が踊る場所、白爪草で作った冠、深い森へと導かれ、記憶を抱いた花たち摘みましょう。Так, я всех приветствую, джентльмены, дамы и господа, меня зовут Алекс, мы продолжаем Flowers, цветочки, том зимы, да. Вот мы снова здесь, надеюсь, вы рады, да, потому что я тоже рад, я уже соскучился, как всегда, как обычно. В общем, на интересном моменте таком закончилась у нас предыдущая серия, вот, и... В общем, продолжаем обследовать, исследовать шотбаски, потом... Майюри, путь к Майюри, я имею в виду, вот. И в предыдущей серии мы, в предыдущих сериях мы пытались узнать, что же произошло с третьекурсницами, которые покинули Академию после ритуала, после которых Нери выгнала после, опять же, ритуала перед этим совершенного Святой Марии, вот. И выяснилось, что там был сговор между одним учителем, который собирал образцы, который у нас сейчас ведет сестра Баски, вот, и между бывшей партнершей Амити Зурихи Сушира, которая покинула Академию вместе с третьекурсницами, вместе с тем учителем, вроде как так. И сейчас мы пришли в эту комнату, не помню, если честно, зачем, просто поразмышлять, найти какие-то еще подсказки, возможно, вот, и сюда пожаловала сестра Баски. И мы шли ее расспросить. Вот. Так что давайте продолжать об этом просмотра. Да. Сестра Баски, как христианка и как человек, я твердо с ней говорю, чтобы сказать, что она нарушила табу, которую неприемлемо нарушать. Разве Аки Карусамори, которая была учителем собирания образцов, и не была влюблена в... девушку по имени Шиори Акицу. Как затем... Сарбаски просто скрывает на самом деле все это, то есть скрывает грехи своих учениц, которые здесь учатся, хотя она на самом деле тоже не без греха, я думаю, она тоже раньше... Ну, типа, был один момент в какой-то из частей, я не помню точно, что она как бы промолвилась пару слов, возможно, даже одно слово, что она была... Был у нее, в общем, любимый человек, но она никому об этом не рассказывала и, возможно, ляпнула тогда. То есть никто об этом не знает. То есть она христианка, которая не может иметь отношения ни с кем, а только верит к Господу, вот. Это предположение было почти напрасным, но во мне появляется подтвержденный ответ, почему Шиори Акицу покинула Академию. Это акт, проникающий в старые раны. Но это недостаточно информации этой, чтобы получить ключи к Майюри. Мне нужна достоверная информация, а не какие-то догадки. Учитель Баски продолжает молчать. Это было красноречивое молчание. Я решил не говорить о тишине, почему она, в общем, молчала. Однако я снова говорю молчаливой учителю Баски, что... Она должна поближе взглянуть на Зума Сэмпай,
фотку, которую она держит, которую хранила Ишизука сэмпай. Да, есть еще одна вещь, которая соответствует. Я подозревал, что Карасумори и Акицу могут быть тесно связаны не только из-за этого случая, но еще и больше. Учитель Баске, я указываю ей на фотографию, которую держала в руке. Сходство, о котором я догадалась, это из-за чего их отношения были глубже, чем я думала. Это из-за резинки, которая была прикреплена к волосам Шиори Акицу и которую носила учительница Карасумори на своем запястье. Это одно и то же. Они были одинаковы. Нет оснований отдавать пару аксессуаров другому человеку. Вот почему это было отдано по их личному согласию, поэтому они начали их носить. Я думаю, что это был подарок от учителя Карасумори ей. Или Шиори Акицу попросила об этом. Честно говоря, это не то, что можно назвать достоверными доказательствами. Возможно, они были родственниками. Это один из тех факторов, который привел меня к выводу, что, возможно, они были сестрами. Но... Учитель Баске. Я думаю, что есть дальнейшее движение, складывая и вытаскивая истинные намерения противника. Этот способ, который я узнал о романе. Я снова назову сестру Баске. Она хранит молчание. Она молчит, прикусив губы. Сколько вы еще собираетесь лгать? Я сказал это. Или вы снова собираетесь лгать, она сказала. Другим словом, сестра Баске, который я добавила снова. Она показала ужасное и болезненное выражение. Взгляд, по которому можно понять, что я коснулась ее мягкой части сердца. Это, возможно, самый большой секрет ее. Но я не могу уйти отсюда просто так. Мне нужно получить достоверную информацию, а не догадки. Это то, что... Я могу получить из сестры Баске, которая приняла учение об этой науке. Возможно, она что-то знает. Но я не узнаю, если я не спрошу. Широхане-сан, я ведь христианка. Ну или священная служительница. Учитель Баске. Учитель Карасумори призналась мне, когда она покидала Академию. Это было официальное признание, и я прошу тебя никому об этом не рассказывать. Но ведь... Давай просто немного поговорим, Шерхан-сан. Давай поговорим об истории ученицы и учителей, которые, кажется, слышны повсюду. После этих слов я замолчала. Учительница любит своих учеников. И она ушла, потому что она хотела, чтобы они были счастливы. Потому что она любила их. Акица? Нет. Вы хотите сказать, что учителя передали... Ну, точнее, учительница передала свои чувства ученицам? Это была довольно интересная тема, учителя и ученицы. Это обычная история. Неважно, доволен ли ты своими учениками, это был учитель. И она действительно любила своих учениц. Но... Хотя нет. Возможно, поэтому она не хотела, чтобы они видели ее грустное и болезненное выражение лица. И все пошло не так, как она хотела, продолжила она. Узнав правду, она покинула школу. Она сказала, что она была не права, и она не была достаточно квалифицированной, чтобы
быть учителем. Вскоре после этого ее ученицы также покинули академию. То есть они покинули академию из-за нее, потому что они ее любили, потому что не будет больше их любимого учителя. Окей. Студентки покинули академию, потому что они знали правду о ней. Студентки были довольно умные. Они, наверное, поняли, почему учитель сказал ничего. Ой, точнее, учитель ушел, ничего не сказав. Появление Шори Акицу в начале зимы. В воротах Академии Святого Ингрикума заставило меня почувствовать себя неотразимой и одинокой. Ну, как она уходит, точнее. Чувствует уходящего человека. Айсир-сэмпай. Когда она осталась одна, что она думала, находясь в комнате? Это достаточно. Широхан-сан. Ну, зачем тебе это? Почему ты хочешь узнать? Это было испытание, которое оставило мне Широ-сэмпай. Блокируя... Ладно, прерывая слова учителя Баски, я ответил. Испытание? Ежегодники президента Никейского совета предыдущего было описание инцидента, произошедшего более года назад. Конечно, он был нерешен и не был выяснен до конца. Я чувствовала, что это и есть испытание, которое оставил мне Широ-сэмпай, которое мне пришлось решать самой. Конечно, это была ложь. Перед учителем Баски нельзя было сказать, что я решила решить это, потому что ключевой зацепкой было это достижение Шон Баски. Вот оно как. Тогда... Да. Это была моя проблема. И я не собираюсь никому рассказать об этом. Однако я хотел бы еще кое-что знать. Возможно, из-за того, что... Эти слова не являлись ложью. Слова были странные, отчетливо эхом отразились в этой комнате, а затем тихо исчезли, как порыв волн. Я думал, что это не похоже на реальность. В слабо освещенной комнате я могла видеть сестру Баски, горящую. Наконец, правду, как признание, и призрака моей мачехи, которая находилась в углу комнаты. Но это была реальность. Холод, ползущий с моих ног, был реальным, и появление медленно приближающейся мачехи было безошибочной реальностью. Еще немного. Подожди, еще немного. Майюри. Мне удалось узнать тайну Кровавой Мэри, инцидента, связанным с Кровавой Мэри, который однажды пытался разгадать Шаризуриха. И снова... Подошла на шаг ближе к моей партнерше памяти. Я осторожно закрыл глаза с чувством одиночества, которое противоречило удовлетворению. Я помолилась Богу за Майюри и девушек, которые исчезли из этой академии, как снежинки. То есть мы разгадали, да? Дело раскрыто, как говорится. Лежа на кровати, я думала... о разговоре в этой комнате. Одежды. Загадка была решена, чтобы получить ключи к Шон Баске или достижению. Я ожидал, что это произойдет со мной, но... Я также получила правду от учителя Баски, узнал, что последствия, о которых я размышлял ранее, оказались верными. Это хорошее достижение для Майюри. Я не могу идти по ключевому пути, или могу. Преступник, обнаруживший Яцширо-сэмпай Кровавой Мэри, связанной раскрытой по делу, является учителем Пауи Карсамори, которая вела собирание образцов, и которая неравнодушно дышала к своей сестре. Это был прощальный подарок от доброты. Позвольте мне рассказать
информацию, которую я искала уже, который произошел год назад, в общем. Чир Сэмпай также сказал мне о старом, о месте старого собора и где спит Шон Баски. Случай, который Юцурика расследовала, когда она была первокурсницей, и правда в инциденте с Кровавой Мэри наконец-то прояснилась. Но был ли ключ к достижению Шон Баски у Аои Карасамори? Нет. Амити Юцурика-сэмпай Кицу Шиори, которая покинула Академию, кое-что оставила и отправилась в Старый Собор. Проблема в том, что не существует каких-то пазлов, и сейчас куча теорий в голове, и я ничего не могу придумать. Мои догадки нарушаются тысячу раз, и раздражительность кружится вокруг моей груди. Я перестаю смотреть в потолок, ложусь и смотрю в темную комнату, как там... Сколько ты еще будешь пытаться делать эти бесполезные попытки? В другой комнате моя мачеха стояла возле моего стола и говорила мне тихим, но чистым голосом. Косака Майори бросила тебя. Я почувствовал слабость. Я была слаба, хотя в конце концов я разгадал тайну, оставленную Шир Сэмпай, и получил определенные доказательства. Вот почему я продолжаю видеть эту иллюзию. Моя мачеха подходит ко мне тихим и спокойным шагом. Тошнота выглядывала, как зловещий далекий гром из меня. Я крепко сжимаю кулаки, чтобы избавиться от этого чувства. Однако мачеха не исчезает и медленно сокращает расстояние до меня. Я не хочу, чтобы такая злая вещь, как она, приближалась к Рикисан, которая спала подо мной. Вместо того, чтобы что-то сделать, я смотрю на свою мачеху и поднимаю, сжимаю, в общем, ногти на руках и сжимаю свою грудь ими. А мачеха остановилась и посмотрела на меня. Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. О! Прости, что? Слова, которые звучали как загадка. Нет, эта строка была изложена в разговоре между Майклом Коллеоне и Фрэнком Пентагри. В фильме «Крестный отец». И когда я начал думать об этой фразе, моя мачеха почему-то странным образом исчезла. О чем ты? Моя мачеха — это тень, которая изображает мое сердце. Тогда слова моей мачехи — то, что пытается сказать мне мое сердце. Ну, так я думаю, по крайней мере. Тогда в чем смысл этой фразы? Слова, которые ты должен иметь под рукой, чтобы предсказать следующий ход противника, понять его мотивы и цели, найти его слабости. Рядом с врагом. Относится ли ключ, оставленный Шир Сэмпай, к Агапе Тульпа, а не к мертвому Шон Баске? Даже если ты думаешь о ком-то с серьезным смыслом, как о враге. Моя мачеха. Я не должна быть обманута ее словами. Хотя она дала мне подсказку разгадать инцидент с Кровавой Мэри, это не значит, что она всегда говорит мне правильные и нужные вещи. Я снова перенесла тошноту и закрыл глаза, чтобы пытаться уснуть. Да, кстати, с Кровавой Мэри она помогла нам. Удивительно. Это всегда вызывает у меня страх. Хотя сейчас вещи приобрели довольно приятный оттенок. Но насекомые для меня, которые не любят даже бабочек, время, проведенное в комнате для бросов, было непростой задачкой, но... Я смогу войти в комнату для бросов с триумфом.
Я пробормотал, насильно перевел взгляд на полку для образцов. И там были жидкие образцы. И насекомые тоже, конечно же. А там были также сухие образцы, такие как насекомые. Также были такие как руды и окаменелости. Я не боюсь чучел животных. Но у бабочек есть страшные нелепые колючки на позвоночнике, так называемых жуков, такие как скарабеи. О них тоже не может быть и речи. Суо-сан! Суо-сан! Яйкс! Когда я, в общем, протираю полку с образцами насекомых, продолжаю испытывать мурашки по телу, меня внезапно позвали со спины. Я скрикнул и вскочил от неожиданности. Ну, прости, пожалуйста. Я не ждал, что ты так испугаешься. Да нет, все хорошо. Я в порядке. Неужели это... Ты так испугалась, потому что... Ты... увидел полки образцов с насекомыми? Я не хотел лгать, если это возможно было своему партнеру по мите. Я отвернулась от полок с образцами насекомых и кивнула. Я так и думала. Поэтому, когда мы делили обязанности по уборке, Сосан, ты сказала, что будешь убирать пол, да? Она абсолютно была права, верно. Но... уборка комнаты для образцов — это не то, что... было неплохим поворотом. Это верно. С тех пор, как начался класс отбора образцов, новая уборка помещения также была добавлена для обычной уборки после перерыва на обед. Конечно, это не классная комната, используемая только первокурсниками, поскольку вторые и третьи курсы также использовали ее. Уборка производилась по порядку, по очереди. Даже первокурсницы встают на дежурство, есть немного возможностей для изучения этого класса во время уборки. Следовательно... Суо-сан? Ну да. Было бы хорошо, если бы я вымыла пол, а Рико-сан почистила стойки с образцами. Верно? Я также могла получить ключ от комнаты для образцов, если у тебя есть президентские полномочия Никейского совета. Скажем так, это небольшая власть. Если ты ищешь сюрприз, невозможно найти его с небольшим количеством возможностей. Это было неприятно, но я решила, что должна использовать все-таки иногда полномочия президента. Кивнув после разговора с Рико-сан, она почему-то улыбнулась. Ну, поэтому я и сказал, что это так, но... Рико-сан. Мы должны решить от начала до конца. Так что давай теперь используй и очисти пыль на полках для образцов. Что? Я, в общем, переваривал ее слова. Прошедшие слова напомнили мне о фильме «Выбор Софии». Вариант, где главный герой должен выбрать без оговорок что-то между смертью и отчаянием. Эй, что это за злорадная улыбка, а? Извини. Я шучу, шучу. Порой мне хочется иногда пошутить над тобой, как делает Ичига-сан. Шутка, да? О, это была шутка. Я не привыкла шутить... Точнее, не привыкла принимать шутки, когда на тебя смотрят с таким серьезным выражением лица. Естественно, подумал, что это правда. Ощущение народного тела, как будто в животе скопилась хлопковая пыль. Я не только должна очистить полки для образцов насекомых, я также не люблю... Я раньше чувствовал себя плохо в школе, в которой я ходила недолго. Оконную сторону уже я очистил, поэтому, пожалуйста, остался только, в общем, коридор на тебе. Ну, я также могу почистить минералы и каменелости, и чучело, если что. Понятненько.
Ну, тогда полка для образцов насекомых, которые ты не любишь. И... тогда я ими займусь, тогда давай избавимся от этого как можно быстрее. Или побыстрее. Спасенная веселой улыбкой Рики-сан, я получил от нее метлу и совок. Когда я подметала пыль, я заметил, что на улице пошел снег. Это был мягкий и тихий снег. Это снег, который ты видишь, когда ты можешь подтвердить, что наконец начал выпадать. Окружение молчаливых мертвецов, застрявших во времени, я чувствовал, что мое собственное время также остановилось, когда я смотрел на этот пушистый снег. Изображение с булавкой в середине груди, как образец. Я вижу снег, падающий много раз, но мне больше грустно, чем... Я больше вижу грусти, чем красоты в этом. Упс. Рика-сан! А, это не мы, ху. У меня за ушами послышался звук, и я поняла, что что-то случилось. Я сразу направилась к ней. Мне выскользнуло из рук. Упс. Как я могла себе представить, кажется, она уронила один из образцов. Стекло, из которого было... под которым было растение, разбилось, и оно имело специфический запах формалина, разбавителя и средства от насекомых. Учитель, давай сначала уберем это. Опасно, если кто-то наступит на стекло. Я говорю это Рики-сан, который кивает, и... чтобы она не касалась лишний раз стекла. Я направил следующую подготовительную комнату, чтобы подготовить газету, чтобы завернуть в него стекло и чтобы тряпку, чтобы вытереть формалин. Ну, бывает. Я взял газету и тряпку, которую искала из комнаты подготовки. О, порезалась все-таки? Да ну, каким местом? Ты порезал руки? Или руку. Глядя на Рика-сан, которая держала кончики пальцев, она выбрасывает то, что у нее было в руке, и... А я, точнее, выбрасываю, что у нее было в руке, и подтороплю, подбегаю к ней. Взяв ее за руку, кончик указательного пальца правой руки был разрезан примерно на сантиметр, и кровь капала. Всего-то. Яйкс. Прости. Я просто думала, что смогу убрать хотя бы большие куски стекла. Сейчас кое-кто возьмет пальчик в рот, да? Типичная японская вещь. А, уже взяла? Суо-сан. Она покажет, нет? Подражая тем вещам, которым меня учил дедушка и раньше, в том числе и указательный палец, который нужно засунуть в рот, когда я схватил палец, вкус железа слегка распространился у меня во рту. Больше. Грязный. Если маленький кусочек стекла может попасть в рану, это опасно. Поэтому я раскрываю рот и начинаю сильно сосать палец. А, звуков нет? Ну ладно. Я уже думаю, я в порядке. А у нее глаза теперь светятся. Ну, блестят, ладно, не светятся. О май гад. Ну, это на самом деле только в Японии, я нигде такого не видел раньше. Это и у них такой фетиш есть. Хотя на самом деле... Не, ну... А, ладно, не важно. Сейчас разглагольствуют на такие темы. Я просто неисправим. Пока кровь не прекратилась, я сосал и облизывал ее указательный палец языком, с открытым ртом. И на вкус я чувствовал, что кровь еще не остановилась. Боже. Как это смущает. Не только их, да? После сосания крови и подтверждения, что кончик пальца больше не кровоточит. Милота. Спустя немного больше времени, подтвердив, что крови больше нет, я пустил ее палец.
Я думаю, что кровотечение прекратилось. Но, пожалуйста, тебе нужно дезинфицировать ее. Его. А то мало ли микробы могут попасть. Тут важнее уже не микробы сейчас. Когда я посмотрел на Рико-сан, который почему-то выглядел с ошеломленным лицом, я уставился в ее лицо и стал слегка моргать. Подожди минутку. Я беру куски стекла, и тогда мы сможем пойти вместе в медкабинет. Да, хорошо. Ну, в общем, я чухал, попытался очухать, в общем, собрав стекло, я пытался очухать Рику-сан, которая как будто была во сне. Когда я закончил подметать, мы поспешили и ушли в медкабинет. Она там в трансе просто. Мысли Рики-сан. Я никогда не получаю того, чего я хочу. О, это же слова Майюри. История о ней и ее партнер по Амити началась с этих слов. Поступив в Академию Стронг и Куба весной, она беспокоилась и думала, сможет ли она прожить в этой Академии. Хотя она решила покинуть дом, она впервые вышла из дома и стала беспокоиться о том, чтобы жить в академии. Те же чувства были у нее, когда она поступила в школу, однако... Ты посмотри на этот арт! Я даже не знаю, какой мне больше нравится. В первой части, скорее всего, в первой. Ну, типа, это тоже красиво, но тут, по-моему, был более красиво. Но тут видно, что рисовка бы лучше стала, конечно. Выросли. Блин, ты посмотри на это, Майюри! И красиво. И... Было описано, что встреча у дерева Сакуры... Уничтожило беспокойство, как какая-то волна. По какой-то причине она смотрела на меня и не отворачивалась. Когда я впервые увидел ее, я почувствовала себя духом дерево Сакуры, в сияющем лунном свете. Появление ее стойки было почти нереальным, и лунный свет, который ее освещал. Длинные черные волосы, белая кожа и аккуратные черты, которые казалось, появлялись в лунном свете. И это было почти нереально. Почему это так грустно? Хочу еще посмотреть на Майюри. Кавайи. Когда я думаю сейчас об этом, возможно, я уже была очарована тогда. Да. Чувства были открыты. Под сакурой, полным цветом. Разговор между новыми людьми продолжался. Хотя это было необычно, я чувствовал, что мое сердце стало теплее, когда мы встретили друг друга. Однако, я думаю, что эта встреча была неизбежна. Однако, когда я встретил ее, я чувствовал, что мое тело готово было разорваться. Да. Это было закрыто зловещими словами. Это как было вступительным предложением, что я никогда не получаю того, чего хочу.
И слова, которые были написаны в конце, содержали ужасные и зловещие чувства. Что... Как жук с множеством рук ползет и проползет глубоко в мою грудь. В сказках Гримма есть история под названием «Король-лягушка». В Японии она известна как «Принцесса и лягушка». Принцесса целует лягушку в знак благодарности, и проклятие ведьмы тает. Лягушка возвращается в человеческий облик и влюбляется в принцессу. Но на самом деле в правдивой истории ничего такого нет. Принцесса роняет золотой шар в фонтан, и лягушка предлагает ей его достать, если та захочет подружиться с ней. Вместо этого принцесса уходит в замок, не желая принимать его условия и дружить с лягушкой. История, которая начинается сейчас, это история о бедной лягушке, которая теряет одного друга, дабы завести другого. Глава третья, господа. Ей. Сказки Гримма. История о принцессе лягушке. Ну что, приветствую вас в третьей главе. Я так рада это слышать. О! Добрый день. Гакигейя. Не, я все-таки Майюри поставлю на арт. О, ну на превьюшку. Гакигейя. Ох же, это черная форма. Как она мне не нравится все-таки. Я приветствовал всех с улыбкой. И все отвечали мне также с улыбкой. Академия Святого Ангрикума была погружена в середину зимы. Я двигался вперед, чувствуя прохладу и ясную зимнюю атмосферу на щеках. Освещенная резким белым светом, утро школа выглядела так же, как обычно. Цвет величия и дополнительное пространство были такими же. Это зеркальное повторение вчерашнего дня. Разница в том, была только в том, что у меня были другие мысли, чем вчера. Даже если я говорю привет, мне не нужно было бояться. Я улыбаюсь, как будто тренировалась перед зеркалом и с радостью отвечала всем. И есть еще одна вещь, которая приблизила меня к Майюри. А, это то, что мы решили вчера. Появилось точнее. Я не чувствовал холода, потому что я получил новую информацию, которая согревала меня. Разум и сердце сохраняли спокойствие на краю света. Я остановился и посмотрел на школьное здание. Посмотрев некоторое время на здание, я передумал. Расследование Шонбаски я ставлю под сомнение это. Я не могу решить принять свое решение, не сказав это. Как я не говорила в коридорах общежития, которые когда-то успокаивались, как мертвецы, я маленькая, но уверена, что должна работать. Пластеры Баски, которые читала фразы из английского учебника, не доходили до моих ушей. Вокруг моих ушей раздавалась буря со стороны, как будто мои уши ловили только определенный звук. И
Мы и собственные слова беспокоили мои уши. Чиро-сэмпай достигла Шонбаски после инцидента, вызванного учителем Курсамори. Тогда существует ли четкая связь между Курсамори и Шонбаски? И какая? У нас там свои задумки, к черту уроки. Я вспоминаю лицо учителя образцов. Та, которую можно узнать только по фотографии, которая доверила нам учительница Ишизука. Курсамори учитель в очках и серьезным взглядом. Что общего учителя образцов и Шонбаски? Сюо-чан! Боже мой. Что если учитель Курсамори училась у Шонбаски? Если приемным отцом учителя Баски является Шонбаски, это не та история, которая невозможна с точки зрения возраста. Не было бы странно думать, что учитель Баски взяла на себя преподавание образцом от своего приемного отца. Эй, Суо-чан, твою мать! Ну, на самом деле, ну ладно, это было грубо. Строитель говорит, лучше не беспокоить ее. Я тут думаю о кое-чем сегодняшнего дня. Это может быть указан по номеру посещаемости? Ну, этот взгляд, я думаю, что она думает сейчас о чем-то серьезном. Возможно, она сожалеет о плохих вещах, которые она сделала в прошлом. Это как в фильме, который мне понравился прошлым летом. О, ты начинаешь говорить, как Эрика-сан. Но если бы... Если учитель училась в Шонбаске... Например, если бы Шонбаске была... Ой, точнее, был бывшим учителем образцов, учителем Курсамори, то было бы странно, что в списке, который я искал ранее, не было бы этого имени. Если это не было преднамеренно скрыто, как прошлым летом. О, ты слышала меня, Сёдоки? Затем она вскрикнула осознание того, что я была окутана белой тьмой, прыгнулась вперед и... Ты так страшно ужасно игнорируешь нас, хотя ты все-таки слышишь нас. Знаешь, сегодня... Что сегодня? Передо мной, подняв глаза, учитель Баски улыбнулась своей маской, но и повернулась к Ичико-сан. А, нет, нет, ну... Да? На вид учитель Баски отличалась от прошлой ночи. Да нет, ничего! Короче, ну обычная перепалка с учителем, ну вы поняли. Типа, мы так обсуждали левые темы, да, но на самом деле, там, да. Хорошо, Сасаки-сан, если вы обсуждали левые темы, то я думаю, что вы нас также прекрасно слышали, так что давайте повторите то, что я говорила. Ну, что-то вроде этого. Если не вдаваться прям в суперподробности четкие. Что же был за человек этот Шонбаски? А у нас своя атмосфера. Глядя на внешность учителя Баски, я представил Шонбаски, который до сих пор не знал, что это за человек. Странно это. Ты? Да я говорю не про себя. О чем ты вообще? Хватит шутить. Я говорю о Суо-чан. Я продолжаю думать, пока ем устрицу и шпинат перед собой. Я подумал, что у меня... Точнее, что есть какая-то связь с учителем Курсамори, но... Если не с ней, то... Я смотрю Шион как метафору механически жуя гратен. Разве слово Шион не используется в качестве метафоры в исследованиях образцов? Потому что это слишком длинное научное название.
Да, кажется, создается впечатление, что она о чем-то глубоко задумалась. Да, я ей говорю. И она такая с утра самого. Может быть, у нее депрессия? Опять. Депрессия? Это не похоже на то, что она не может решить какую-то вещь и потерпела неудачу. Тогда... Что же могло вызвать ее депрессию? Ну, это чисто мое мнение. Я чувствую себя освеженной, даже если я смотрю на похоронный марш. И меня сложно вести в такое чувство. А я не могу чувствовать себя прекрасно, когда смотрю какие-то такие ужасные фильмы. Фильм, который заставляет тебя чувствовать себя обновленным? Во что бы ты ни стал, кровавый он или нет, неважно. Личный кинематографический опыт здесь, да? Но никто не знает об этом. Ага. Может быть, сестра Ичиго с ней тоже что-то такое? Нет! Первое, что приходит на ум, когда я слышу о Шион, это химическая формула, такая как цианид натрия. Она также используется иногда в лекарствах от гематологии. Ну, в исследовании образцов также еще. Не знаю, есть ли даже метафора в аллегории изучения образцов, тогда... Я должна спросить учителя Баски об этом. Нет, невозможно. Видишь, Шахане-сан не нравится твой вкус, Эрика. Кино? Уже она, может быть, сама о своем. И перед этим просто посмотри что-то вроде Godfather. Крестный отец имеется в виду. Тогда, может быть, тебе понравится. Ну, никогда не смотрела, что такое. Что это вообще? Единственная имитация в «Крестном отце» — это молодежный ветер, полковник Леоне. А, который уже упоминался. Если ты положишь тертый хлеб по обе стороны щеки и скажешь что-нибудь... Любой сможет имитировать его. Правда? Ну, если это развеселит Суачан, я могу сделать это. Может быть, это шутка, поэтому не спеши искать хлеб. Тем не менее, нет никого, кто делал бы больше шума сейчас. Может быть, вице-президент? Конечно, она должна была что-то заметить. Но я думаю, сейчас она в Никейском совете, и там довольно куча встреч. Ну, тогда она... Я была поглощена своими мыслями, поняла, что смотрю на Гратен, и что я остановил вилку и пижол устрицу. Ай, горячо. Устрица, которую я думал уже остыла, почему-то осталась горячей. Мысли, окутанные белой тьмой, постепенно отступали. Я поняла, что все собрались вокруг меня и смотрели. Здравствуйте. А? Что-то случилось? Да нет. Ты сказал, что-то случилось? А что, Ханабиш-сан рано прекратила есть и направилась на Никейский совет? Шахан-сан, ты нормально? Конечно. В смысле, конечно? Что-то случилось у нее? Конечно, без веской причины это нехорошо. Ну, тогда, президент Шарханы, что насчет подготовки брифинга?
Нет, я должна решить церемонию представления Библии до этого. Ну или мы должны решить. Вопросы, которые предстояло решить на будущее. В апреле есть много проектов, которые должны быть решены заранее, чтобы устроить церемонию вступления. В это время, когда мы можем видеть февраль, мы должны выработать политику и некоторые меры. Может быть, Библию распространите на встрече Кёкай? Это было последним сообщением. Обычно там устанавливают ободряющие названия, выбирают такие вещи для чтения на церемонии презентации, а также после этого выбрать из Библии стихотворение, которое нужно, и спеть вместе хоре, может быть. Ну да. Принято петь две песни. О, да, мы уже знаем. Интересно, а что пели в прошлом году? Рик-сан переворачивает страницы. А, нет, это что, другое, слушай. Хвала Богу или слава Богу на наш. И прекрасная Мария. Субасуки-сан ответила... Исходя из этого, все обсуждают, какую песню выбрать в этом году. У меня нет времени делать выводы, точнее, заботиться об этих вещах, когда у меня свои проблемы, она имеет в виду. У меня есть много небольших вещей, которые я должна сама решить, но... Крупными из них является информационная сессия школы, церемония представления Библии для новых учеников, ориентирование для ученики, приветствия новых учениц. Спортивное ориентирование. Событием я вспоминаю Майюри. Не ориентирование, а ориентация. И? Кажется, я сказал это вслух. Поступительная церемония ориентация привела бы старших учениц в академию. Вот это что. Мне не хотелось смелости сказать, что я допустил ошибку, из-за которой сэмпай шла весной. Это... обычно студентки второго курса должны ли приветствовать новых студенток? Ну, должны ли мы включить это в проект? О, выбор. Новая глава же. В общем, у нас тут варианты... надо кейксейв, кстати, сделать. Варианты помнить о своих ошибках или обмануть ее. Возможно, у нее было очень темное лицо, я запаниковала и помахала перед ее лицом. Нет. Мне просто обидно, что весной два человека... В общем, провели меня по академии, поэтому я не могла ни с кем поговорить. Вспомнил. А когда мы приехали в академию, она имеет в виду. Поэтому был вариант вспомнить свои прошлые ошибки. То есть, там была экскурсия, когда мы прибыли в академию, и там на следующий день... То есть, мы прибыли вечером или ночью, к ночи. И на следующий день была экскурсия по академии от второкурсниц. И там была экскурсия, которая набирала новых учениц, и в итоге Суо запаниковала, испугалась, застеснялась. Она не пошла по экскурсии, она сама гуляла, начала гулять. Вспомнил, боже, ностальгия. Да, мне было стыдно, что старшекурсницы набирали экскурсии, в общем, по академии, а я не смогла даже с ними заговорить. Вот. Не может быть. Еще как может. От апостола группы Никейского совета был слышен удивленный взгляд и даже милый. Визгливый голос и уши становятся горячими. Да, это реально неловко.
Да, да. Было приятно узнать один из неожиданных моментов нашего президента. Ну и сейчас у нас совет. Встреча Никейского совета. Я поблагодарила мою Рику-сан за то, что она решила остановить это. В всяком случае, ориентация создала новые проблемы. Это... Очевидно, что не все одинаковые, и хотя принято руководить, чтобы руководить два человека, некоторые люди могут нервничать, особенно новички. Наша работа не только вводить, но и лучше реформироваться. Если кто-нибудь заметит, пожалуйста, скажите нам, Шираханы, или мне, или Шираханы президенту. Слушай, голос каждого, я почувствовал тепло и облегчение в своем сердце, что было очень приятно, что Рика-сан баллотировался на пост вице-президента. Блин, такой момент вспомнился забавный. Я уже и забыл, что... Почти забыл, что слово было такой. Другой. Дата возвращения через неделю. Время работы члена библиотечного комитета, половина моей головы была покрыта многими вопросами, такими как... Три крупных проекта Никейского совета. А также... Извините, я ищу книгу о зимних цветах? Цветке? Или цветах? Цветке, наверное. Кстати, у старшей ученицы, если что. Да, на полке есть книга о сезонных цветочных растениях, где справа сзади находится ботаническая книга, даже с иллюстрациями. Да, хорошо, да, спасибо. Да не за что. Если вы не возражаете, я могу поискать вместе с вами. Хотя я и пытался разгадать тайну с помощью нового ключа, я не могла найти свободного времени из-за своих напряженных дней. Ну да. Да нет, нормально. Это будет ужасно отвлекать вас. Она сказала спасибо и вежливо поклонилась и ушла в заднюю часть библиотеки. Интересно, я, может быть, сделал что-то не так, и я беспокоюсь. В общем, мой мозг начнет беспокоиться об этом. Извините. У меня есть к вам вопрос. Вы не против? Другая старшая студентка окликнула меня, улыбнулась и удивилась. Девушка высокая, с волосами похожими на Ичиго-сан, и по какой-то причине у нее покраснели щеки. Вы правда действительно как фея. Она пробормотала что-то такое. Это, ну, кстати. С этой фразой я в голове наконец осматриваюсь. Хотя эта библиотека была с небольшим количеством посетителей. В последнее время я чувствую, что количество людей здесь резко увеличилось. Увидев, что школьницы выстроились в очередь в библиотеку, я пробормотала, почему. А что произошло? Кто-то пропиарил нас? Ну, неужели они наконец заметили очарование книжного червя? Ну, моей подруги. О, Эрика, необычно, что ты шутишь. Это наполовину шутка, наполовину серьезная вещь. Ты не заметила, что Шираханы изменилась? Мне кажется, что она обычная Суачан, как Суачан. И правда. Понятненько. Походу, вы не замечаете ничего без своих цветных очков. Эй, а ты? Чуете? С твоей точки зрения, Шираханы, выглядит странный.
действительно не чувствую, чтобы она смущалась или была робкой, когда я прикасаюсь к ней, или я чувствую, что она ведет себя довольно естественно. Правда? Ну, это мое мнение. Это наполовину верно, наполовину нет. Текущая Шираханы переполнена. Это... Причина может быть, потому что она стала никейским президентом, но поскольку... Она не может себе позволить этого, она отвечает... Ну, ее тело отвечает на все эти напряжения, похожим на естественное. Так что теперь Шираханы... То есть ты хочешь сказать, что... сложно, если честно. Теперь она может видеть это от своих одноклассников так же, как мы это чувствуем, верно? Я не понимаю. Она всегда была застенчивым человеком, вела себя робко. Но теперь она, кажется, прозрела. И теперь она выглядит как взрослый человек. И в ней нет этой атмосферы. А, ну, теперь это понятно. Ну да. Как-то она изменилась. То есть ты хочешь сказать, что... Она просто не может себе этого позволить сейчас, потому что у нее такая должность, и... Как бы она стала более деликатной. Верно. Неужели ты хочешь сказать, что с Суа-чан теперь сложно будет поговорить? Обычно трудно говорить о девушке, которая красивая и уникальная атмосфера имеет. Или у нее просто хороший характер и личность. О, ты похвалила меня. Да. Не тебя. Я понимаю, почему, но эта популярность... Не думаю, что она достаточно хорошая или нормальная. Ятсиро-сэмпай. А? Так же, как и она. И Шираханы, и Ятсиро-сэмпай красивые девушки. Однако Ятсиро-сэмпай была школьным цветком, а Шираханы... Настенным цветком. Как думаешь, чем они отличаются? Отличаются? Ну, Ятсиро-сэмпай была полунейтральная красавица, Шираханы... Санка к освежающей Ямато Надэшико. Внешний вид не имеет значения. Если ты превыше определенный уровень, то ты перестанешь нравиться остальным. Ну, тогда ты имеешь в виду личность ее? Да, именно это. В обоих случаях все еще трудно разговаривать с ними. И они оба молчат. Но Ятсиро-сэмпай скрывал это за своей внешностью. Что ты имеешь в виду? Неужели она просто создала себе личность для этого? Ну да, нет. Она просто улыбалась людям, которых она опасалась. Она красивая девушка, прям как в сказке. И это давало чувство отчуждения. Ятсиро-сэмпай знала, как ее внешность влияет на людей. Поэтому прежде чем добавить дополнительное напряжение или отчуждение, она входила в круг другого человека. Ты имеешь в виду ее улыбку, да? Циничную, да? Кстати, я уверен, что я не видела, чтобы Суа-чан много разговаривала с другими людьми.
Она разговаривает сама с собой, может быть? Има мо ханашикаке ча инай га, фуререба кузуререу йона аяуи фунвики га усетеиру. Я не говорю, что это опасная атмосфера, которая разрушает что-то. Дакара ханашикаке яску. Вот почему мне легко говорить, но я могу говорить без колебаний, потому что это слишком много. Ма, энгеки но секай де мо чотто минай бижин да ши. Ну, красивая девушка, которую я даже не вижу в театральном мире, я не уверен, что мне появляется чувство подружиться с ней. И сейчас нету привратника, который следует за Шираханы. Это... Я говорю про председателя. Ой. Эй! Нани? Что? Бо-то стейруто. Амитие о тораре чимау тте ханаште танда ё. Я скажу, что и... Говорю, что если бы... Тебе стоило бы отвлечься на секунду, то у тебя забрали бы твою... Со. Суо-сан. Суо-сан. Короче, никто не понимает Эрику нормально. Сложно. Короче, все стали замечать, что Со стал превращаться в Юзуриху вторую. Ну, только по-своему интересную или уникальную, да? То есть она... У нее нету пока защиты в ее внешности, то есть Юзуриха полагалась на свою внешность, и она скрывала свою, знаете... Ну, вы помните? Скрывала свой характер за своей циничной улыбкой, за своей маской. Поэтому... Все любили ее, но никто не знал вот эту настоящую правду. Ну, может быть, Нери знала. Ну, догадывалась, ладно, Нери, возможно, догадывалась, но потом узнала, конечно же, вот. И Со сейчас тоже превращается в такую же популярную девушку, тоже президент. Вот. И... Ну, только Со вообще пофиг на это, она не нужна ей эта популярность, ей главное... Майюри, и разгадать Шон Баския там, вот. Ей пофиг на эту популярность. Конечно, она стала замечать, что вот люди стали появляться, когда она летает в облаках, и ей не дают летать в облаках. Довольно странно, да, звучит, наверное, но вы поняли. Короче, Суо изменилось, и начали друзья это замечать. Возможно, волноваться, но Суо вообще пофиг. У нее своя атмосфера. Так что ее можно понять, как бы. Что? Понимаешь, все, кто здесь собрались, они точно не, не шарят во всем этом, и я никого не могу больше просить, кроме тебя, достучаться до Со. О чем ты говоришь? Сорян, пришлось отойти недолго. О чем ты говоришь? Рико-сан. О, блин, а Со, ты здесь? Серьезно, они обсуждали это? А, ну, неважно, в принципе. Хотя Со услышала. Что происходит? Когда я громким голосом позвала своего Амити, я обнаружила, что ее щеки покраснели по какой-то причине. Собравшись вместе рядом с Рико-сан, посмотрели на меня. Что происходит? Со, знаете, такая задумавшись, в своих мыслях летает. Вдруг увидела, как Рика возмущается, и Со такая, что происходит, Что происходит? Рика-сан, с которой я был вместе, была странной, и я задал вопрос. Короче, на Рику-сан повесили задание, чтобы она растолкала Со, что с ней происходит, что за фигня. Хватит игнорировать своих друзей. То есть от популярности она забудет всех своих прежних друзей. Вот чего пытался нам сказать Эрика. Но было сложно понять на самом деле, но... Вроде как правильно понял. Она... Не думала, что рассказать мне об этом. Нет, мне кажется, что мои слова вообще не дошли до нее. Она как я, летает в облаках.
Я работал над грибным рисом и мацутаке таким образом, чтобы он был не совсем вкусным. Я не пробовал и не ел его до сих пор. Прикасаюсь к еде и жую рис с грибами мацутаке. Я почувствовал, что поле зрения расширилось, когда я почувствовал уникальный вкус грибов мацутаке, которые распространились в моем рту. Я поняла, что я голоднее обычного, чем ожидала, возможно, потому что у меня прояснилась голова. Я заметила, что этот грибной рис мацутаке, изготовленный в академии, содержит базовый бульон с добавками к саке, соевым соусом и мирином. Суп стоит, наверное, из ламинарии, варится на среднем огне и также приготавливают даси. Эксклюзивную вещь продвигает мягкий аромат грибов мацутаке и оборачивает их так, чтобы аромат был чувствовался, а также все неочищенные кусочки юдзу были помещены в небольшую миску, чтобы добавка. Если тебе нравятся грибы мацутаке, ты должен добавить и голубую юдзу и изменить тем самым вкус. Когда я думаю об этом сейчас. Даже если ты можешь выбрать меню на обед, это все на заданный пункт. И, конечно, я могу что-то получить особое, но я всегда улыбаюсь, когда встречаюсь с поваром, которая была студенткой. Она была добра ко мне, которая сказала, что я рекомендую тебе это. Вот помнишь, что я сказал в то время? Или я помню, это она себе сказала. Раньше я разговаривал с Эрикой-саной и шеф-поваром о моей любимой сезонной еде. Похоже, у нее есть личные отношения с Эрикой-сан. Ну еще бы. Поэтому сезон на осени прошел незаметно, и я сказал, что это было зачаровано. Эй, Рика-сан. А, да? Это специальное блюдо, так что давай попробуем и съедим его. Когда я подтолкнула ее с улыбкой, я наконец поняла, что мы едим. Вкусно. Ура! Когда мы улыбнулись друг другу, мы столкнулись с едой, наслаждаясь ею правильно. Это одна из любезностей еды, о которой говорила Рика-сан. Ой, Эрика-сан. А, язык, плиз. Что? Сосан, ты в последнее время изменилась, да? Она все-таки решилась. Я удивлена ее словами, которых она мне никогда не говорила, но мне интересно, что я лучше промолчу и допью суп. И я наклонилась озадаченно. Да, до сих пор ты была не открыта для публики и всего прочего, но с недавнего времени у тебя стали складываться довольно хорошие отношения со всеми подряд. Ты правда так думаешь? Ну да. Она кивает серьезным лицом. Мне просто удалось пережить напряженные дни, и я рада, что я всем нравлюсь. Ну, потому что слишком неловко говорить с кем-то, начинать, в общем, говорить. Ну, а теперь все сами разговаривают со мной. И это так. Сосан, то есть ты считаешь, что это к лучшему? О май гад. В общем, у нас тут варианты. Мне нравится со всеми ладить, или я просто хочу немного расслабиться. Вот, нам надо выбрать.
Блин, было бы на самом деле круто, если бы она сказала, ну, если бы не по гайду играли, я бы выбрал это, мне нравится ладить со всеми, а почему нет-то? Мы стали реально Рика-сан, ой, Рика-сан, Юзурихай-сан. Рика-сан, который играл с этими косичками. Верно. Интересно, это блюдо с грибами муцутаке. Я думала об этом, подтягивая немного супа. На самом деле, я и правда рада, что теперь я могу ладить со всеми. Вот как. Наверное, да. Но Эрика-сан и Ичига-сан... Я знаю, что с ними и с моей партнершей по Амити теперь время провождения уменьшилось со всеми ими. И? Прости. Это было немного неловко сказать. Да нет, нет, это неправда. Потому что я такого же мнения. То есть она рада за нас? Моя партнерша по Амити наклоняется и хватает меня за руку. Рика-сан, который соглашается со мной, прикасается ко мне мягкой горячей ладонью. Она была так же занята, как и я. После окончания нашей трапезы я вернулся в себя и сжал кулаки. Ну тогда давай вернемся к Изнику. Я уверен, что все уже ждут, а то может уже оказаться поздно. Ну да. Видя, что Рика-сан возвращается, вернулся к своей обычной улыбке, я подняла поднос. Ну тогда иди вперед. Я последую за тобой, как отнесу подносы. А? Со мной? Ну, я хочу поблагодарить шеф-повара за еду. А, вот как. Ну ладно. Ее обычная улыбка медленно исчезает. Как будто она умирает. Зловещие рифы появляются на поверхности моря во время отлива. Может быть, я слишком много думаю об этом. Я поднимаю поднос моей партнерши по Мите и возвращаюсь. Интересно, нужно ли это Суосан? Слова, которые она произнесла за моей спиной, были уничтожены криками, раздавшимися в мою сторону, за которых я не могла услышать ее слова. Ты можешь отвести лошадь к воде, но не можешь заставить ее пить воду. Ну, ванная. Наливая горячую воду в ванну, я размышляла о встрече Никейского совета. Если я не ошибаюсь, это место, где весной цветет изобилие разных цветов. Нет, это было не точно. Могу ли я использовать данную возможность? Хорошо. Я думала про себя, исходя из значения пословицы. Могу ли я умело танцевать? Собираюсь ли я к ней, чтобы разгадать тайну? Делая хорошие шаги, которые... от которых будут впечатлены другие. Я решил это благодаря ей летом и приняла меры для себя. И решила разгадать это. Но... Косака Майюри отвергла тебя. Yeah, of course. Я была... В общем, испугалась, и мое тело сжалось. Мачеха плавала за облачным зеркалом передо мной.
она высматривала мое тело, ладно, мое обнаженное тело своими похотливыми глазами и прошептала. Это не слова моего сердца. Мы были с ней 3 месяца всего лишь любовниками, и не больше. Ты ведь знаешь, что я имею в виду? Я смотрю на мою мачеху в зеркале, тем не менее, она счастливо улыбается, не возвращаясь к тому взгляду, который она смотрела на меня. Ты больше никому не нужна. Замолчи. Я хочу, чтобы ты забыла меня, эти добрые слова, за которыми на самом деле скрывается... Замолчи, сказала! Кстати, ничего не хочу сказать, но... Крики, которые поднимаются позади меня, наконец, возвращают меня... назад. Кажется, студентке, которая шла позади меня, не повезло. Прости, пожалуйста. Я... увлеклась, в общем, регулировкой горячей воды. Глянь на другую сторону через зеркало и... мне не помогло искажение, в котором ее слова и ее действия были непоследовательны. И затем... Ичига-сан? Асо-чан! Боже, я так испугалась, когда ты закричала внезапно. Прости. Я же говорю, я немного увлеклась, неправильно настроила горячую воду. Да, вроде хорошо. Точнее, это нормально. Здесь довольно трудно регулировать. Видимо, она услышала... все это, я засмеялась. Она засмеялась надо мной и остановила горячую воду. Душ в моем доме был такого типа, где температура не была фиксированной. Даже если он установлен на 40 градусов, он внезапно может стать или горячим, или теплым. То есть, если ты даже 40 градусов поставишь температуру, то он может быть все равно не горячим. Типа имеется в виду. О, вот как. Лето это, конечно, хорошо, но я... мне так нравится это делать во время зимы. О, Суа-чан, как насчет группового душа или групповой ванны? О, еще один выбор. Я нажал паузу. То есть, в общем, выборы у нас либо... Честно, много ли в этой академии душев? Ну, или ванных? Ну, мы можем воспользоваться этой. Для нее, который сидит рядом со мной и спрашивает меня немного... Мой дедушка любил ходить в баню даже летом, поэтому я была... ну, тоже ходила с ним. О! Ну, кажется, пожилые люди любят такие вещи. Чика-сан кивнула. Как моя бабушка. Он тоже любил летом. И там собиралось до 50 человек, в общем, и пока все не соберутся, они не входили в баню. Ну, или в душ. Ну, в баню, наверное, все-таки. Прошло много времени с момента последнего разговора с Ичига и... маленькая Ичига-сан и бабушка смотрят мне в глаза и смеются. Я плохо разбираюсь в горячих ваннах, поэтому было сложно сосчитать до 50. Было так жарко. Хотя вот у Ринга было... она выглядела довольно спокойной в такой ситуации. Правда? А, да, точно. Дедушка говорил, что... Сочан, ты когда была с дедушкой, в общем, у тебя не было разве такого, что
вы должна сначала посчитаться, прежде чем ходить. Когда спрашивают меня, крышка памяти раскрывается. Вроде что-то... Ну, раньше... Тогда были ванны отделены с самого начала. Это так, Ичига-сан кивнула, однако... Хотя это было слово, которое я случайно сказала, но моему дедушке нахмурился от этого. Это было незадолго до того, как меня доверили в дом дедушки. Я быстро росла, поэтому у меня была тогда та же фигура, что и сейчас. Что такое, Суачан? Просто я вспомнила кое-что. Я вспомнила лицо моего дедушки, от которого я мягко отказалась и не могла перестать краснеть. Когда я разговаривал с Чика-сан, я почувствовал, что мое сильное сердце освободилось. Моя грудь, которая стала твердой, как высушенной моллюски, ослабла и ум стал спокойным. Короче, она вспомнила, как она ходила с дедушкой, ну, вот в эти бани, скорее всего, бани это называется, я просто... У них это по-другому называется, сауны или как у них это называется? Может быть, просто реально ванны. Горячие источники, вот как у них это называется, точно. Я что-то про... забыл, да. И она вспомнила, что... По сути, она не изменилась с того времени, она... Фигура была такой же, и ей стало неловко, что она с дедушкой... Ну, была на горячих источниках. И как бы не стеснялась, когда она была мелкой, поменьше. Так мило. Ты расстанешься с ней через месяц. Снова ты. Что случилось, Суачан? I'm fine. Несмотря на мои всхлипывания, Чигасан, которая омывала свое тело, услышала и оглянулась. Она ничего не видела, но я увидел свою мачеху в зеркале. Кто ты, спросишь, та девушка, которую ты уже столько времени игнорируешь? Я не игнорирую Рику-сан. А кто сказал, что я говорю про Ханабишу Рику? Моя мачеха в зеркале издевалась надо мной и улыбалась. Я не игнорирую, правда, однако Рика-сан занята сейчас советом, поэтому в последнее время мы часто проходим мимо друг друга и не общаемся. Но недавно Рика-сан... Мне кажется, что... Она покидает комнату общежития, даже если у нее нет дел в Никейском совете. Эй, ты простудишься, если продолжишь сидеть, так что давай быстрее мойся и... ну, раздевайся, точнее, и залазь в ванную. Да. Несмотря на то, что меня спас голос моей подруги, я почувствовал, что моя мачеха не исчезла. И шелест моего сердца издал грязный звук. Только я могу сказать тебе настоящую правду. Люди предают тебя, Со, и дальше будут предавать. Ты лучше меня знаешь это. Голос моей мачехи коснулся мягкой части, которую я не хотел, чтобы он касался, и я пробормотал, что я уже не такая. А я тут хотел подчеркнуть, на самом деле, что мне доставляет голос ее мачехи, ну, то есть, voice, ну, сею. Просто, ну, офигенный голос такой прям сладкий, в то же время он такой, ну, вы понимаете, нехороший, плохой персонаж, как бы антагонист, но все же, вот. Были ли слова моей мачехи не напрасны? Опять же, такая ситуация встала, знаешь, тут такой решается момент, ты
либо даешь себе популярность, которая тебе не нужна. Ну, то есть, если брать СО, то есть глупая так ситуация. То есть, твои друзья сейчас думают, что ты стал популярнее, как Юзуриха, и у тебя в итоге не будет настоящих друзей, у тебя будут только люди, поклонники, да, которых, ну, как бы знакомые, да, и ты променял их на вот своих друзей. И в итоге ты останешься один потом, как было с Юзурихой, да. То есть она пользовалась популярностью в академии, но когда она оставалась в своей комнате одна, она снимала эту маску и грустила, что ей одиноко и печально. Ну, у нее была Нери, которую никогда не покидала, но благодаря Нери, наверное, она спасалась. То есть, если честно, вот сейчас вот наша мачеха говорит, что вот мы отдаляемся от Ханабиши-сан, от Рики-сан, то есть мы ее в итоге тоже потеряем, как и Майюри, да? Если честно, мне, да и СОО, мне кажется, зачем? Зачем ей это? То есть, ладно, можно сказать, понять, что мы друзья, да? То есть, ладно, возможно, просто СОО ценит больше Рику-сан, чем я, потому что мне не очень нравится Рика-сан, но, блин, после первой части она мне вообще не нравится. На что она способна, я имею в виду? То есть, то, что она прикидывается для меня, вот. То есть, мы же все равно ищем Майюри, то есть, мы найдем Майюри, мы так же, как вот Юзуриха и Нери, уйдем из Академии, и все. Мы забудем про Рику-сан, мы забудем про вот остальных. Ну, как забудем, мы можем переписываться там и все такое, но мы не встретимся, то есть, да? То есть мы просто с Майюри свалим отсюда и все. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Вот, нам не нужны эти друзья. Ну, пусть мы будем популярны, да, ну да ладно, нам эта популярность тоже, по сути, неинтересна. Нам главное добраться до Майюри. То есть, Юзуриху тоже... Нет, Юзурихе, наоборот, нравилось это. Юзуриха любила популярность, и ей нравилось, что люди уважают ее, ценят, восхищаются, как пример, да. Но у Юзурихи там другие вещи. Вы понимаете, что Юсуо и Юзуриха хоть и похожи, но характерами различаются. Так что ладно, в общем, мы можем поглагольствовать, возможно, и в следующей серии об этом. Так что давайте там закончим, потому что таймер уже вышел. На этой прекрасной ноте, боже, божечки, давайте на этом закончим. Не скучайте, ждите новых серий. Джанамина, Джанамина. Пока-пока. We'll be right back.
心。